Друзья, всем привет, с вами канал Будда Гришна. Сегодня пишет о том, что супруга Валентина Юдашкина, которого не стало сегодня, разместила снимок, последний снимок Юдашкина вместе с Вячеславом Зайцевым. Два великолепных человека, очень добрых человека, светлых человека, патриотов своей родины, самое главное, России, нашей родины. И вы знаете, конечно, безупречной гражданской позиции, две глыбы просто. И ушли буквально вот с разницей в один день, в два дня. Поразительно, конечно, поразительно. И 30 апреля супруга Юдашкина разместила у себя в телеграм-канале, когда стало известно о смерти Зайцева, фотографию вместе с ним. И это вот последняя фотография, сделанная вместе с Зайцевым. Друзья, что скажешь? Конечно, когда рядом стоят два человека, которые фактически с советских времен, ну, это самых два знаменитых модельера, кутюрье России, советского времени России, ушли с разницы буквально там в один день, в два дня. Конечно, это большая утрата для нашей страны. И самое главное, та популяризация, которая была за рубежом русской культуры и домом моды Зайцева, и домом моды Юдашкина, ее сложно переоценить. Сколько показов, сколько разных именно костюмов сделано по мотивам русских народных каких-то костюмов. Очень много. И, конечно, очень жаль, что ушли этих два человека. Друзья, выражаю соболезнования всем близким родственникам. Присоединяйтесь. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи.